Здесь впереди, чуть дальше, зебры. Сплошная цепь ОМОНа, которая нажимает. Справа болотная площадь, вернее болотная набережная, которая тоже сплошь заполнена толпой. Туда идти нельзя. Слева выход с моста, устья малого каменного моста, где сидят люди и где подпирает сзади толпа. Здесь ОМОН, в виде моей жены. Он наседает на меня. У меня остается путь один назад. Я иду назад. К набережной. К набережной канала. Нас сбросили сюда. Что чувствуют люди, которые прижаты к парапету набережной? Когда люди стояли здесь, в этом уголке, глядя в сторону болотной площади, вдоль набережной, они видели уже, что мост, Лужков мост, он перекрыт. Вот такое пространство оставалось для людей, которых сгоняли на набережную. Очень низкие ветки дерева. Острые ветки, которые попадают в глаза. Собственно, здесь тоже опасность. Тупик тротуара. Маленькая лестница наверх, которая сверху, очевидно, тоже перекрыта людьми. Железная... Это, наверное, трубы, железные выход. Конструкции. Да, железные конструкции. И здесь фонарь. Даже не фонарь. Это... Вылезти отсюда довольно трудно, особенно пожилым людям. Идут скошенные плиты. Если человек предполагает, что он падает туда, низкий берег, в смысле низкое дно. Вот этот тупичок, в котором происходил один из инцидентов, когда людей загнали в этот тупичок. И они здесь отбивались. Вот эти три деревца, у которых тоже происходили некоторые стычки, потому что мимо них людей гнали на набережную. Это место – ловушка. Ветки лезут в глаза. Еще. Вот отсюда выходили те самые старики, которые поднимались с набережной, хватаясь за ветки. Итак, мы возвращаемся на площадь, откуда нас гнали к парапету канала. Весь этот простор площади перед кинотеатром Ударника и подъема на Большой Каменный мост, площадь рядом с Болотной площадью, вот это, по которой ездят машины, он был перекрыт. Здесь... Я иду тем маршрутом, которым мог бы перемещаться человек, если бы было свободно, если бы площадь была открыта. Дальше огромный болотный сквер, который предназначался для проведения митинга, но который также был перекрыт. Собственно, Болотная площадь, сквер Болотной площади.
огромное пространство, которое также было занято милицией, сюда нельзя было попасть людям. А на декабрьском митинге здесь располагались тысячи людей. На дорогах, газонах. Здесь было свободно и безопасно. А вот там на набережной стояла сцена. Вот то место, куда были загнаны люди. Кусочек асфальта. Оттуда они пришли. А вот место, занятое полицией, где вполне могли расположиться, дойти, развернуться и повернуть на площадь десятки тысяч людей. Если бы оцепление стояло только там, в начале большого каменного моста, который ведет к Красной площади и Кремлю, вот там, где сейчас заезжает автобус, то у людей был бы выход вниз, на набережную. А также в широкие ворота Болотного сквера.